Эти черно-белые рисунки не раскрываются посетителям с первого взгляда, но начиная рассматривать их с разного расстояния и разных ракурсов, всматриваешься в детали и начинаешь видеть, что изображено на полотнах. Здесь и натюрморт, и портрет, и городские пейзажи. Такую необычную экспозицию недавно представили в музее Шалом Алейхема в Киеве. Эта выставка подготовлена специально на Пурим. Посвящена книге Эстер. Называется «Бенкете Ахашверошу» украинскую мову, или «Пиры Ахашвероша», потому что вся книга пронизана пирами. Самые главные моменты происходят во время пиров. Автор выставки напоминает события из книги Эстер, всегда актуальны даже после календарной даты еврейского праздника. Ведь ключевая тема Пурима – победа добра над злом. Кроме того, эта история учит верить в чудеса и доверять Всевышнему. Экспозиция эксклюзивная, сами же работы выполнены в стиле черно-белая линографюра. За последние 30 лет, в общем-то, в Киеве не было ни одной выставки или ни одной сборной выставки, чисто посвященной линогравюре и черно-белому искусству. К тому же выставка – результат сотрудничества двух мастеров – Милы Шилина и Михаила Химича, что в мире искусства также нечастое явление. Такой тандем дал замечательный совершенно результат и, главное, масштабы. Я мало видела гравюр такого размера. Кроме того, такое очень хорошее оформление, такая хорошего уровня европейская выставка в нашем музее, чему я очень-очень рада. Историю Пурима в таком необычном исполнении увидят не только в Украине. Так, эти 14 линогравюр на праздник Пурим уже в следующем году увидят жители Бомбея. Инна Царук, Андрей Кривопишин, специально для «Еврейских новостей».